Быстрее, Сора! Господин Сакай. Госпожа Масако, жена предателя сказала, где он прячется? Когда я спрашиваю, она сразу опускает глаза и в слезы. Легко понять. А мне что делать? Может, ее очарует молодой самурай? Она в доме. Ждите. Господин. Госпожа Масако хочет меня убить. Это видно по глазам. Я ей не позволю. Но мне нужна помощь. Я рассказала все, что знаю. Хотя относит твоему мужу послание. Она знает, где он. Рано или поздно Масако найдет их обоих. Нет, вы должны его спасти. Мне нужно добраться до него раньше нее. Где он мог спрятаться? Ты его знаешь. Дайте подумать. Это важно, Хина. Твой муж убил невинных людей. Я вернусь. Я дал ей время подумать, где он может быть. Что ты ей предложил? Давайте пройдемся. Туда, где она нас не услышит. Я сказал Хине, что попытаюсь спасти ее мужа. Ты же знаешь, что я его убью. Мне нужно было ее доверие. И ты солгал. Я сказал, что попытаюсь. И это правда. А что ты ей скажешь, когда ничего не выйдет? Скажу, что вы не сумели его простить. И я не мог встать между вами и правосудием. Куда я здесь не посмотрю, гибель моей семьи все время перед глазами. Когда погиб отец, я долго не возвращался домой. Пустой дом быстро рушится. Это больше не мой дом. Это место, где убили мою семью. Я вижу лишь маленькие ручки, которые сжимают игрушку. Золотой пояс, который обернут вокруг тела моей мертвой сестры. Мне некого защищать. Остается лишь месть. Здесь должна быть музыка. Что? Здесь мы с внуками сочиняли песни. Так мы чествовали смену времен года. Я больше этого не услышу. Спасибо. Не трогай меня! Хина! В дом, скорей! Ищем убийцу.
Быстро! Надо осмотреться. Должен был остаться след. Сюда. Зачем было убивать Хино? Чтобы помешать нам найти Садао. Предатели знали, что она у нас. От дома лесоруба сюда путь не близкий. Ее многие видели со мной. Вы все подстроили. Сделали ее наживкой. Надеялась, ее муж попадется. Зря вы мне об этом не сказали. Чтобы ты помешал? Я обещал ее защитить. След всего один. Убийца пришел без помощников. Хино мертва, так что он нам нужен живым. Вот кого мы ищем. Он нужен живым. Помогите! Кровь идет! Рана глубокая. Не хочу так умирать. Кровь идет. Помогите! Хати, брат Садао. Зачем?